Турция направила российской стороне проект соглашения по турецкому потоку, но он пока не получен. Ранее обсуждались различные варианты и условия работы по проекту. Обсуждается и количество нитей, и возможность прокладки, и размер скидки на газ, а также возможность распоряжаться газом на выходе из турецкого хаба и возможность становления Турции трейдером. Каких вариантов следует ждать от Турции и какие основные сложности этого проекта, мы выясняли вместе с постоянным экспертом накануне ТВ, директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Есть два варианта соглашения, о которых шла речь ранее. Первый вариант – это строительство одной, максимум двух ниток турецкого потока для нужд внутреннего рынка Турции, плюс, возможно, для снабжения балканских стран и использования трансбалканского газопровода. Есть второй вариант соглашения о полном проекте, включая транзит через Турцию и снабжение уже дальше стран Южной Европы. По этому проекту пока, на мой взгляд, все стоит гораздо хуже, и, скорее всего, там будет не две нитки фигурировать, а вообще только одна. Но, на мой взгляд, это наиболее вероятный вариант. Причины, по которым Турция будет настаивать на двух нитках потока, кроются в нерешенных противоречиях. Россия настаивает только на транзитной роли Турции. В то же время Турция ожидает, что сможет распоряжаться газом, выходящим из будущего турецкого хаба в Европу, и сможет стать крупнейшим трейдером газа. Также нерешен вопрос скидки на газ. Турция пытается использовать свое положение и выбить максимальные скидки. И это еще не все сложности проекта. Высокая неопределенность до сих пор остается по дальнейшему движению турецкого потока после пересечения греческо-турецкой границы. То есть, что будет дальше, по нему так и не решено. Не появилась ни компания операционная, ни консорциум инвесторов, которые готовы работать и строить дальнейшую структуру. Есть некая на дипломатическом уровне разговоры о том, что страны Балканского полуострова и Восточной Европы готовы участвовать, готовы что-то строить без инвесторов, без понятных инвестиций, без понятного структуры проекта, все это как раз остается на уровне разговоров и меморандумов. По словам эксперта, трудности турецкого потока – это не вопрос пробежавшей между Россией и Турцией кошки. Все энергетические проекты проходят с массой согласований. По мере продвижения согласований появляются новые требования сторон, потому что меняется понимание возможных дивидендов от проекта. А турецкий поток, по мнению эксперта, Россия навязала на себя сама. Это было больше политическое решение без экономической проработки, поэтому так сложно переговоры и идут. Турция сейчас является вторым покупателем газа для «Газпром» после Германии. Есть предпосылки, что они станут, конечно, ноги первым рынком. Конечно, они пытаются использовать свой статус для того, чтобы давить на «Газпром», понимая, что еще есть определенные политические игры между Россией и Европейским Союзом. Они тоже пытаются использовать эти дивиденды. Для них это нормальная экономико-политическая логика, скажем так. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».